Ну что, народ, вот это к вопросу о том, как вы храните мотоцикл дома. Вот так вот мы выкатываем мощно. Все это дело происходит в одной из московских квартир. Точнее, в квартире номер 7 на втором этаже. Они ничего не знали, что будет дальше. Сейчас вы увидите шоу акробатическое с спусканием мотоцикла. Акробашоу. Акробашоу, да, спускание мотоцикла со второго этажа по лестнице своим ходом. У меня все были, знаешь, попытки сидя это сделать. Сидя я как-то это... Так. Кактус не задави. Ну ладно. О, спасибо. Все, выбрались. Ну, как вам это удалось? Нет, ты лучше спроси у телезрителей. Как у них ощущения? Когда на вас из подъезда выезжает мотоцикл? От увиденного. Да, напишите. Это уже привычное дело. В комментариях, пожалуйста. Это уже у меня подъем 2 минуты, спуск минута. Все как в армии, понятно. Схема отработана. Супер.